На самом деле, самая важная хитрость, что когда ты приезжаешь в отель, и, к примеру, номер у тебя не той категории, которую ты хочешь, то нужно отодвинуть мужа немножко в сторонку и подойти самой к ресепшену и разобраться с этой ситуацией, особенно если там стоят мужчины. А потом уже, когда тебе выдают ключи, улыбаются мужчины, подходит прекрасный муж и говорит: «Пойдем, любимая, у тебя замечательный номер, за который, в принципе, ты не платила».